Всем привет! В Альфа-банке буду открывать счет для инвестиций. Еще и здесь подарок меня ожидает, 5000 рублей. Открыть брокерский счет, пополнить с любой карты. У меня, кстати, нет Альфа-карты, ну, карта от Альфа-банка. Купить ценные бумаги до 1000 рублей до 14 июля включительно. И все, до 15 августа будут открыть счет. Буду заполнять ФИО, телефон, дату рождения и открывать брокерский счет в Альфа-инвестициях. Также нужно будет ввести серию номер паспорта. Для подтверждения заявления на открытие счета проверьте и подпишите его по СМС. Подписывая заявление. Далее я ввел адрес, на который будут доставлять карту, потому что от карты не было возможности отказаться, где-то галочки. И теперь я понял, что нужно было вначале оформить дебетовую карту, получить бонус, и только потом открывать брокерский счет. Но я поспрашивал друзей у своих, ни у кого Альфа-банка не было, поэтому я вообще думал не открывать Альфа-карту, но, видимо, она автоматически открылась с открытием брокерского счета, потому что, как я говорю, кнопки или галочки, которые убирают эту карту, нет, потому что можно брокерский счет пополнять с любой дебетовой карты, не только Альфа-банк. По ссылке в описании вы можете открыть дебетовую карту от Альфа-банка и получить бонус в подарок. Ну а по брокерскому счету у них постоянно меняются условия разные, вознаграждения. Например, сейчас действует акция «Жаркая пора в Альфа-инвестициях». Нажимаем «Подробнее», здесь можно получить там 20 акций в подарок. Какие акции, да, общая сумма подарочных акций не может превышать 10 тысяч рублей. И можно участвовать также в розыгрыше 1 миллион рублей. Поэтому смотрите, какие акции. Но все же в Альфа-инвестициях тарифы довольно дорогие. У меня основной брокерский счет в Тинькофф, поэтому чисто для получения бонуса, почему бы не открыть? Самое забавное, что покупая фонд от Альфа-банка, еще и платишь комиссию в соответствии с тарифом. У Тинькова, по крайней мере, тиньковские фонды можно покупать и продавать без комиссии, а на Альфе есть комиссия. Странно, конечно. Я раньше думал, что ее нет.